Всем привет, с вами Оксана Майкова, я помогаю инвестировать в недвижимость в Испании максимально выгодно и безопасно. И вот этот маленький кусочек я хотела бы ответить на вопрос под предыдущим видео о том, как набирать людей в команду, если ты сдаешь в аренду. То есть вы покупаете, очень многие, да, мои клиенты, мои ученики покупают квартиру для сдачи в аренду. Естественно, живешь в одной стране, квартира в другой, как организовать управление той самой арендой. Здесь можно рассказывать долго и очень так, это, знаете, обстоятельно, потому что это непростой вопрос, и мы посвящаем ему в школе целый месяц, да, то есть у нас 8 модулей, мы как раз вот этот вопрос активно обсуждаем и изучаем. И вот сейчас я как раз нахожусь в арендной квартире, и мы сделаем вам нарезочки, вы сейчас их увидите, да, то есть по тому, какие косяки бывают и как их контролировать. Что я основное, что хочу сказать вот из сегодняшнего видео. Если вы берете управляющего, то есть это должен быть человек, который умеет принимать решения и несет за него ответственность. Мы приехали на пляж, и сейчас мы намерены пройти 8 километров. Надо забирать собаку. Мы тут пойдем. Локала бич. А эти прекрасные камни, прекрасные, прекраснейшие, великолепные камушки. Вот обычно вокруг этих камней очень много морских ежей. Решения нет. Если, например, рухнула у вас полка, да, то есть рухнула, человек, который принимает решение, он сломанную полку обратно не поставит, потому что заедет следующий клиент, который не в курсе, что она сломалась, может не обратить внимания, опять поставить сюда что-то, да, и получить тот же самый результат, разбить новые тарелки. Когда вы принимаете, управляете, да, это у вас управляет апартаментами человек с головой, да, если он знает, что есть какая-то проблема, он постарается сделать все, чтобы она не повторилась. То есть, а тут делайте сами выводы, кого вы берете на работу. Люди с маленькой зарплатой не будут принимать решения, поэтому об этом думайте как руководитель. Это все, да? Это вот зачем управляющий, да? Я всегда говорю, можно нанять уборщицу, и она будет вам все делать. Не будет. И сколько бы вы денег не платили, как бы вы с ней не относились. Вот видите, пожалуйста, а как вы предъявите? Никак, только потому что вам скажут, что найдут 1000 причин, по которым что-то не так. И поэтому нужно периодически приходить и все это проверять. Не то, чтобы уходить, говорит, да, доверяй, но проверяй. И людям нужно доверять, в принципе, если вы берете их в команду. Но если вы не будете проверять, то будет вот такая история. И, естественно, периодически нужно менять, потому что без этого никуда. То есть периодически людей нужно менять, как только они почувствовали, что вы от них чуть-чуть зависите. Пацан друзей нашел. Собака находит себе друзей просто на каждом шагу, его невозможно остановить. Помогите. В электронике чип вставили, у меня это и заработало. В шкафах оставляют вот эти мокрые швабры. То есть это тоже не дело. И сейчас приедут люди, да, и мы зашли, немножко запах, и мы не можем понять, что за запах. Открываешь шкаф, и вот у вас мокрая тряпка. Если вот сейчас приедут мужчины, допустим, смотри, кофестика. Приедут мужчины, и они в этот шкаф, может быть, не заглянут ни разу, и у вас через неделю здесь будет бардак. А южная страна, это насекомые, это вообще капец.
Сколько вы ему будете платить, решайте сами. Но знаете одну простую вещь, то есть человек с маленькой зарплатой, то есть если вы хотите сэкономить на обслуживающем персонале, вы экономите на себе и экономите на своих потенциальных клиентах. И не стоит потом удивляться, почему ваши квартиры не сдаются в аренду. Я не хочу сейчас впадать в философию и прекрасно понимаю, что за буквально 2-3 минуты я не открою вам другой мир и не объясню, как это делать. Поэтому что остается? Следить за нашими выпусками, смотреть за нашими видео и, знаете, как шаг за шагом я буду вам этот вопрос открывать. А вот сейчас у нас как раз сообщение, да, вот мы ждем пару, и человек пишет: «Привет, я не вижу номера 6 на этой улице». Мы сейчас побежим его встречать, как-то его скоординировать, а вы оставайтесь с нами, смотрите наше видео, ну, будем разбираться в вопросе вместе с вами. Вопросы пишите под этим видео обязательно, чтобы я понимала, куда вас вести. С вами была Оксана Майкова, пока-пока, ставьте лайки. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал и оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока, увидимся в следующем видео.